Здравствуйте, господа. Сегодня у нас на обзоре украинский производитель Golden Catch и маховыделищий синтез. Скажу сразу, что я здесь не буду касаться сейчас характеристик, диаметров и всего остального, очень таких подробных моментов. Все это есть очень подробно, с фотографиями, с измерением каждого диаметра, каждого колена. И все-все-все, что вам угодно, что вам нужно, на сайте Multifish в разделе «Обзоры и советы». Заходите туда, там будет сравнение синтеза с флагманом Тригарон. И просто идеальнейшая информация от нашего товарища Сергея Круглова. Со штангелем он все обмерил, все прекрасно. Так что заходите, смотрите. Сейчас я в двух словах буквально. Удочки практически неизвестные на нашем рынке. Серия называется «Синтез», представляется в четырех длинах, 5, 6, 7, 8 метров. Я их тестировал на воде, и Multifish будет официальным представителем Golden Catch в России. Мы будем их представлять, и начинаем мы работу с этим производителем с маховых удилищ, дальше пойдут фидера и так далее. Сейчас у нас уже есть наличие вот махалки, можете подъехать, купить. Кто в Москве, кто не в Москве, заказать через интернет-магазин Multifish. Значит, по самим удилищам. Сделано удилище на заводе, там, где делалось раньше Тика. Такая модель, как Тика эксклюзив, в частности. Удилища легкие, средне-быстрого строя, универсальные, с относительно толстенькими стеночками, но из качественного угля, 40 тонн здесь стоит. Я сам ими ловил, как сказал, каждой моделью, тестировал, нагружал. То есть палочки очень приятные, ничего плохого сказать не могу о них абсолютно. Значит, здесь у нас такая пробка-заглушка. Откручиваем. Удилище комплектуется полым хлыстом, не спортивным, не привитым. Колена здесь не усилены, но с моей точки зрения это не сильно обязательно далеко, потому что удилище само не хрупкое, и поэтому в принципе с правильным распределением нагрузки при забросе, на вываживании, поэтому как таковые усиления здесь не нужны. Ну и не будем скрывать, наверное, скорее всего они могли бы это сделать, но чуть-чуть сэкономили. Но опять же, я вот успел половить на них карпа еще осенью, в последнего, скажем так, перед заморозками практически на платнике. Ничего у меня тут не сломалось, все хорошо. Ну вот дизайн симпатичный, такой по забросу, скажем так, пятерочка бросает хорошо по плавки уже 0.5-0.75, наверное, даже просто шикарно. Шестерка чуть повыше и так далее. То есть ветер ловить тоже приятно. Строй в верхней части позволяет не поддергивать, когда идет боковой ветер, да, когда на придержке держишь поплавок, на придержке леска натянута, и когда боковой ветер вот порывом идет, да, приходится, когда удочка с мягким верхом, да, или мягкой серединой, или вообще там колбасить ее как-то, да, получается поддергивание, невозможно сделать проводку. Придержку плотную, то есть здесь такого практически нет, ну, естественно, от ветра зависит, да, сильный ветер уже не половишь. Диаметры колен приемлемы, конечно, это не лидер Сабаниев, да, который я проектировал, здесь удочка классом пониже, вот, но при этом у нее есть свой плюс, она универсальна достаточно, то есть теоретически, если влетит карпик тоже, ничего страшного не произойдет, то есть она сдюжит при должном умении рыболова. По весу они повыше, побольше весят, конечно, в каждой длине, например, лидер вот у меня 7 метров, да, он 196 грамм весит, здесь он весит там за 200. Поэтому сейчас мы чуть-чуть нагрузим, там у нас места здесь не так много для восьмерку-семерку раскладывать, 5-6 метров сейчас понагружаем немножечко, посмотрите хотя бы строй, ну, дальше уже почитаете в рубрике «Обзоры и советы». Строй одинаковый у всех, то есть как-то там какой-то разницы я не заметил абсолютно. Ну, давайте понагружаем.
Ну вот, господа, как я говорил, строй среднебыстрый. Вот, Константин Михайлович, возьмите за хвостик. Да, вот я стараюсь на камеру, вот видите, под нагрузкой. Смотрите, какая парабола идет. То есть жесткая серединка. В общем, очень неплохой строй, приятный. Такая универсальная палочка. Это вот шестерка. У них строй одинаковый. Давайте это шестерочка. Вот сейчас пятерку еще возьмем. Чуть-чуть давай поднагрузим. Ну, вот, смотрите, вот такой. Вот, еще сильнее. Вот все. Ага. Достаточно такая хорошая парабола. Ну, вот, как видите, все. А строй одинаковый у них у обоих. Не обоих, и у обоих, и у всей серии. Ну вот, господа, коротенький ролик, на этом закончим. Еще раз повторю, все подробности, все обзоры и советы. Ждем ваших новых заказов в магазине Multifish. Всего доброго!